Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Славлю Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Братья и сестры, дорогие друзья, приветствую всех вас с Кривого Рога. Эти дни я здесь, в Кривом Роге, город Шафар, Кривой Рог, ну, у меня одна ассоциация только, это тот самый музыкальный инструмент, древний еврейский музыкальный инструмент, шафар. Уже вечер, уже вечереет, уже солнце садится, да. Зажигаем свечи субботы. Вот, зажигаем огни субботы. Да, добрый вечер всем. Братья, сестры, дорогие друзья. Добрый вечер, кто подключился. Вот, слава Богу, возлюбленные. Воздаю хвалу Богу за эту неделю, завершившуюся вот последние минуты этой недели. Вот, и хочу в эти последние минуты этой недели трудовой Господа поблагодарить за все. Неделю эту трудовую я начинал в Киеве, вот, и завершил здесь уже в Кривом Роге. Вот, да, подошел к концу шестой день недели. Наш, кстати, я утром говорил сегодня об этом, это наш общечеловеческий такой день рождения, получается, потому что именно в шестой день был сотворен кто? Человек. Человек. Homo sapiens, да, человек разумный. А, здесь не видно, получается. А вот так вот я свечу поставлю, да, чтобы были видны. Да, да, друзья, приветствую всех, кто сейчас подключился к трансляции, подключается. Ну и тех, кто видео потом будет смотреть, тоже приветствую всех, всех святых. Пишу на камеру тоже, вот, на эту камеру, да. Так что можно вот так вот поставить ее, наверное, чтобы она только чтобы не мешала трансляции. Вот так вот. Да, вот так вот. Так что из Кривого Рога с любовью. В Иешуа Машиахе, в Иисусе Христе. Вот наблюдаю за последними минутами. Шаббат шалом. Аллилуйя. Последними минутами уходящей недели, уходящего дня, пятого дня, шестого дня, извиняюсь, шестого дня творения, пятница. Да, шестой день творения. Наш общечеловеческий день рождения, я говорил, да? Вот, и наступает седьмой день недели, суббота, день покоя с Господом. Так что покойтесь с Господом, покойтесь в Боге. Вот, ну и таким с древних, самых незапамятных времен символом, знаком нашего как раз покоя в Господе, вот, нашего пребывания в Господе является вот зажжение свечей. Здесь на квартире я один, вот, и сам вот зажигаю эти свечи. А так, в традиции, древнееврейской традиции, это хозяйка дома, супруга зажигает это, вот, аидиш и мама. Вот, и благодарю Бога за все. Да, возжигаю сейчас эти светильники, эти свечи, зажигаю и
Благодарю Бога за наступающий уже седьмой день, за Шаббат. Благословен Бог наш, давший нам Шаббат, субботу, и повелевший зажигать эти свечи, огни субботы. Благословен Господь. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной. Эти зажженные свечи, они как раз говорят нам об этом чуде Шаббата. Говорят нам, рассказывают нам, как бы символически показывают нам на это таинство. Таинство седьмого дня. Спасибо тебе, Господь. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной, давший нам этот день покоя. Спасибо тебе за все. Да, друзья, и в Шаббат мы поднимаем кидуш, бокал с плодом виноградной лозы. И тем самым мы, да, благодарим Бога за его сверхъестественное это обеспечение. Спасибо Господу за все. Но я еще и поблагодарю Бога за таинство Нового Завета. Я вкушаю тело и кровь моего Господа Иисуса и Иешуа, который действительно свет к просвещению всех народов и слава народа своего Израиля. Благословен Бог наш, Царь Вселенной, давший нам хлеб с небес, Иешуа Машиаха, Иисуса Христа, и отдавший Сына Своего, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную. Благодарю Тебя, Господь. Аминь. 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 Шаббат шалом, Господь. Поздравляю тебя с этим днем, твоим святым днем. Поздравляю тебя. Это твой праздник. Он сказал, вот праздники мои. Господь сказал и указал в первую очередь на Шаббат. Каждую неделю у нас этот праздник, у него этот праздник. И он по милости своей дает нам возможность приобщиться к его торжеству. Спасибо тебе, Господь. Каждый день он особым является для нас и значимым. Потому что во все дни с нами Он, во все дни. И даже на неделе, каждый день недели Он указывает на Господа, на какой-то день Его творения. Допустим, воскресенье, да, это первый день творения, мы вспоминаем. Там еще какой получается, да, вот так вот можно поставить его. Свечи поставлю ближе. Вот. Слава Богу. Понедельник тоже второй день творения. В
вспоминаем тоже, да, из Библии. Вторник, третий день творения. Среда, четвертый день творения, получается, да. Четверг, пятый день творения. Пятница, шестой день творения, создание человека. И седьмой день, суббота, как указание на действительно, как печать в документе, действительно печать его творения, то, что он создал этот мир. И никто не сможет это отменить, никто. Пытались люди, пытались. Сегодня я на молитве, на утренней, даже кое-что рассказывал об этом, так упомянул так вскользь, французских революционеров, Парижскую коммуну, французскую революцию, когда безбожники, сатанисты пришли к власти. Да, это была увертюра вот, будущих ужасов фашизма, коммунизма, прочих всяких измов. И те нечестивцы, они не просто говорили в сердце своем, что Бога нет, они это провозглашали и боролись с Богом, всячески истребляли Бога, вытравливали из душ и сердец человеческих, умов человеческих. Вот, и они понимали, что Бога забыть людям очень трудно. И поэтому они даже замыслили основное свое деяние, как бы, да, изменить календарь. Вместо семидневной недели, которая однозначно указывает на творение, потому что больше ни с чем не связано, не может быть связано 7 дней. Почему именно 7 дней? Не 6, там, не 8, не 9, не 10 дней. И вот те парижские революционеры, французские революционеры, сатанисты эти, они решили вот, бороться с Иеговой, с Богом, Творцом. Вот, и они создали новый календарь. Исчисление лет повели они от своей безбожной революции, и они вели десятидневку, 10 дней, да. Это казалось более разумным, торжество разума они объявили, 10 число, ну да, более логично, вот, чтобы неделя исчислялась 10 днями. Но календарь этот недолго просуществовал. Это была как бы такая увертюра репетиции царства Антихриста. Вот. И после падения Парижской коммуны, после падения Французской революции этой, слава Богу, что эта революция пала, что, слава Богу, что коммуна эта была Парижская разгромлена, вот, и безбожие было посрамлено. Вот, и знаете ли, хотя до сих пор, даже в современной Франции, празднуется как праздник, День взятия Бастилии, День революции, до сих пор вот это безбожие, оно где-то в подсознании и в сознании французского народа присутствует, в европейских нациях присутствует. Вот. Но призрак коммунизма хотя бродил по Европе, и начиная с Французской революции он, значит, о себе заявлял очень серьезно. Но пристанище свое нашел в землях северных, в землях безводных, бесплодных, духовным взглядом, если смотреть. Вот, на просторах огромных Российской империи. И в земле северной этот дух Антихриста, он очень сильно пророс, чему мы свидетели ныне. Но, дамы и господа, братья и сестры, удивительно, что... Действительно, 7 дней, недели, они однозначно указывают на Творца, на Господа. И в библейском исчислении 7-м днем является суббота. В гражданском календаре 7-м днем является воскресенье. В гражданском, светском, нерелигиозном календаре. Но в церковном календаре, православном календаре, вообще в христианском календаре, в библейском календаре, 7-м днем является суббота, шаббат. Вот, и, конечно, благодарю Бога Всемогущего за это великое чудо шаббата. Две главных причины шаббата, друзья, хочу напомнить вам.
две самых важных причины шаббата. Первая причина шаббата, то, что вот я уже назвал, он Бог-творец всего мироздания, Бог-творец миров. Да, он создатель всего мира, видимого, невидимого. Хвала ему, хвала Господу. Вот, а вторая причина, он вывел нас из Египта. Да, мы отсчет лет ведем от создания мира на дворе 5779 год, напоминаю, с половиной. Вот, а также ведем исчисление месяцев и лет от нашего исхода из рабства. Так вот, по этому календарю исхода, то завершается, уходит уже от нас 3330 год. Да. Сегодня последняя суббота, кстати, этого уходящего года. Такая предновогодняя такая суббота. Шаббат предновогодний. Последний шаббат уходящего 3330 года нашей эры от исхода, выхода из Египта. Уже следующая суббота, мы празднуем уже первого Ниссана, уже новолетие, уже наступит уже тогда, да, через неделю получается, да, наступит 3331 год от исхода. Сам Бог повелел это делать, интересное исчисление. Но от создания мира понятно, что мы ведем исчисление лет от Адама, как бы это логично, по Библии, да, мы читаем родословие наших, да, прапращуров, читаем родословие, поэтому исчислить рождение Адама, создание человека довольно легко, вот, и то, что 5779 год с половиной сейчас, да, это как бы легко проверяется Писанием Священным, вот, но это понятно от сотворения мира, но когда Бог совершал исход, когда Он вывел нас рукою крепкую, мышцу простертую, то Он повелел праздновать также, исчислять месяцы, лето исчислений вести от исхода. И вот от исхода завершается 3330 год, когда было провозглашено знаменитое «Let my people go!» «Отпусти мой народ!» Господь провозглашал, фараон, он упрямился. Но как бы ни упрямились фараоны, Господь, Бог, живой. И никто, никогда, ни при каких обстоятельствах не сможет противостать его силе, воле. Потому что Бог святой, его царство и сила и слава во веки. Аминь. Спасибо тебе, Господь. Так что вот так вот, дамы и господа, братья и сестры, поздравляем Бога нашего, Господа нашего, прямо сейчас. Поздравляем, давайте поздравим его вместе. Поздравляем тебя, наш Небесный Папа, Бог Святой, Иегова, Творец неба и земли. Поздравляем тебя с этим твоим праздником, субботой. Шаббат. Шаббат шалом, наш любимый Отец. Яхве, ты наш Отец, мы ждем великой, могучей славы твоей. Ты Альфа и Омега, начало и конец. Ты всемогущий, ты царь царей, о Яхве. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Вот, ну и всех вас поздравляю. Шаббат шалом, друзья. Шаббат шалом, моя семья. Шаббат шалом, супруга моя драгоценная, Инна Сергеевна. Шаббат шалом, детки наши, зять наш, внуки наши, коты наши. Всех поздравляю. Шаббат шалом. Шаббат шалом всех, кто подключился к этой трансляции. Шаббат шалом, кто потом в записи будет смотреть эту встречу шаббата. Последней субботы, последнего шаббата, уходящего 3330 года от нашего исхода из рабства. Завершается месяц. Сегодня ясно,
И я думаю, что ночью будет хорошо видна луна, месяц. Вчера обратил внимание, вот прошлой ночью он уже довольно, очень сильно уже уменьшился. Да, месяц уже убывает уже, вот, и остается последняя неделя. Уходит месяц Адар, завершается месяц Адар. И следующий шаббат уже, это получается месяц Нисан, месяц или же Авив. Авив это, ну по-русски как, весенний, весна, весна. Очень красивое название у него, да? Весна красна, Авив. Мы называем его Нисаном также, согласно Библии, следующий месяц. И в полнолуние этого следующего месяца Нисана Бог вывел нас из царства тьмы, из царства Египта. Аллилуйя, спасибо тебе, Господь. Да, и в полнолуние следующего месяца Нисана, Авива, мы будем совершать Пасху Господню. Аллилуйя. В этом году она полнолуние месяца Авива, да, Нисана выпадает вот в ночь с 19 на 20, получается, апреля. Вот, будет пасхальная ночь, и потом неделя опресночная. Пасхальная опресночная неделя. Будем весело хрустеть мацой. Ну и, как говорил доктор Изя, и ешьте побольше мацы. Но уже сейчас готовьтесь, запасайтесь мацой. Ну, не в шаббат, конечно, но уже неделя остается до Нисана. Вот, а до Пасхи еще у нас достаточно времени, чтобы закупиться мацой. Вот, в синагоге, в магазинах где-то. В Украине хорошо, в Украине даже в больших, во всех маркетах можно купить мацы разные, и польской, и израильской. Слава Богу. Спасибо Господу за все. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат, 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 шалом, шаббат, шалом, шаббат, шалом, шаббат, 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 шалом. Субботний мир, Господний мир, шаббат, 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 шалом. Субботний мир, шаббат, шаббат, шалом, субботний мир. Шаббат, шаббат, шалом, шаббат, шалом, шаббат, шалом, шаббат, 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 шалом, шаббат, шалом, шаббат, шалом, шаббат, 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 шалом. От Авину хай, наш Отец живой, от Авину, Авину Малкейну, Мшеба Шамаим, Отец, Царь наш, Бог наш, сущий на небесах, от Авину, от Авину, хай, Ам Израиль хай, Ам Израиль хай, Ам Израиль, и потому народ наш, народ Израиля, жив. От Авину, от Авину хай, от Авину, от Авину, от Авину хай, Ам Израиль хай, Ам Израиль хай, Ам Израиль, Ам Израиль, Ам Израиль хай, от Авину хай, от Авину хай. От Авину, от Авину, от Авину хай, Ам Израиль хай, Ам Израиль хай, Ам Израиль, Ам Израиль, Ам Израиль хай. От Авину, от Авину, от Авину хай, от Авину, от Авину, от Авину хай. От Авину, от Авину, от Авину хай,
О, Давину, о, Давину, о, Давину, хай, ам Израиль, хай, ам Израиль, хай, ам Израиль, ам Израиль, ам Израиль, хай. О, Иешуа, хай, о, Иешуа, хай, о, Иешуа, о, Иешуа, о, Иешуа, хай. Ам Израиль, ам Израиль, ам Израиль, 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 хай. О Давину, хай. О Давину, хай. О Давину, о Давину, о Давину, хай. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Хейвейну шалом алейхем. Всем вам, друзья, желаю мира. Хейвейну шалом алейхем. Хейвейну шалом, шалом, шалом алейхем. Благоставляем Иерусалим. Шалом, шалом, Иерушалаим. Шалом, шалом, Иерушалаим. Шаббат, шалом, Иерушалаим. Шалу, шалом, Иерушалаим. Шалом, шалом, Иерусалим. Шалом, шалом, шалу, шалом, Иерушалаим. Аллилуйя. Шаббат, шалом. Шаббат, шалом. Шаббат, 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 шалом. Шаббат, шалом. Шаббат, шалом. Шаббат, 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 шалом. Спасибо, Господь, спасибо. Паки и паки, снова и снова. Еще раз. Поздравляю тебя с этим праздником твоим. Великая честь приобщаться к твоему торжеству. Великая честь разделять твою радость. Радоваться с радующимися. Это великая, великая вещь. Тем более радоваться вместе с радующимся нашим Господом, Богом Святым. Радоваться вместе с радующимся. И мы радуемся с Тобой, Господь, вместе, радуемся Твоему творению, благодарим Тебя, Господь, за все, почитаем, благоставляем великое имя Твое. Спасибо Тебе, Господь. Да, друзья, братья, сестры, вас всех благоставляю во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Благоставляю. Покойтесь миром, братья, сестры. Почивайте, входите в этот покой божественный, погружайтесь. Помоги нам, Господи, помоги. Погружаться в океан Твоей любви. Погружаться в океан Твоей любви. Помоги нам, Господи, помоги. Пусть сегодняшний этот наступивший уже шаббат, уже наступил шаббат, суббота, как сказано в Писаниях, и был вечер, и было дальше утро, день седьмой. И был вечер, да, день седьмой наступил.
И пусть этот шаббат, эта суббота, последняя суббота уходящего года, 3330 от нашего исхода, пусть эта суббота будет субботой радости, радостного погружения в Господа, в океан Его любви. Вот, и вообще этот месяц, весь месяц Адар, второй Адар, завершающийся, да, это месяц радости, месяц библейского праздника Пурим. В этом году, да, мы праздновали Пурим, радовались и веселились. И весь этот месяц, весь месяц Адар, он посвящен этому празднику избавления, празднику спасения нашего. Да, это великое спасение, которое Бог совершил руками простых, обычных верующих людей. Спасибо тебе, Господь. Вот, и для всех нас, евреев, неевреев, для всех верующих разных национальностей, культур, конфессий, деноминаций, именно для всех чтущих Библию как Божье Слово, Пурим – это на самом деле величайший праздник, величайшая победа, праздник победы. Вот, и он сравним разве что с Пасхой, с Песохом. Вот, и да, вот от Пурима до Песоха как раз эта тема вот избавления, спасения, она очень-очень остра, очень серьезная. Я как раз собираюсь здесь, в Кривом Роге, говорить об этом. После этого шаббата, этого покоя, вот, начнем трудовую неделю здесь, в Кривом Роге. С воскресенья начинаем, моя тема будет здесь и в церквях, в реп-центрах, и, значит, здесь на Великого 69 буду проводить семинар. Вот, приглашаю всех вас. Ну, адрес уже я дал, уже там уже в сетях социальных и в блоге своем. Вот адрес проведения, место проведения и время проведения этого семинара. Свобода от религиозного культизма. Спасибо тебе, Господь. Освобождение. И опять, снова и снова. Уже больше 3000 лет звучит это. Let's my people go. В этот раз прозвучит это уже 3331 раз. Год. Спасибо тебе, Господь. Благословляю всех вас, возлюбленные братья, сестры. Благословляю во имя Иисуса Христа, Бешем и Иешуа, Ля Машиах. Иешуа Машихейну. Еверехеха Адонай, ве Ишмареха, Яхер Адонай, панавелейха, Віхунекха, Іса Адонай, панавелейха, веяселеха шалом. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя, да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь, аминь, аминь. Из города Кривой Рог, из города Шафара, Божьей милостью архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. От православных, жидовствующих христиан, всем-всем во Христе святым братьям, сестрам привет. Радоваться, и еще говорю, радоваться. Завтра в 6 утра по киевскому времени подключайтесь с трансляцией с утренней молитвы. Вот, да, шабатняя молитва, утренняя молитва этой субботы. Вот, сейчас завершаю трансляцию. И, братья,
сестры, погружаемся в нашего Господа, погружаемся в океан Его божественной любви, радостью преисполняемся. Сегодня с Димой я разговаривал из Липецка, с моим братом возлюбленным во Христе, вот, и как раз говорил: не парься, Дима, расслабься, погружайся. Если сейчас слушаешь меня, слышишь, если подключился вечером сегодня, то послушай это еще раз. Не парься. Погружайся в Господа, в океан божественной любви. И позволь этому океану погрузиться в тебя. Бездна бездну призывает. Это потрясающая картина. Океана божественной любви. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Океан Божьей любви, нет начала в нем и нет конца. Океан Божьей любви, безусловной любви Отца. Аллилуйя! Пусть Бог благословит вас, братья и сестры, дамы и господа. Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат, 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 шаббат шалом. Шаббат шалом, шаббат шалом.